Зараз ще об'ясняємо, що коли у нас холода, то согріває холода, то борода. Борода! Борода! Ох, согріває холода, борода! Доброго четверга, друзья! Недоброго четверга вам, мне, дорогие! В этом ролике самое интересное с моей точки зрения. Знаете, не устану повторять присказку «Кто о чем, а вшивые о бане». Я про репортерскую составляющую своего ремесла. Так вот, обратите внимание, там люди продолжают снимать это на свои айфоны. Только один, по-моему, сразу ломанулся спасать бедолагу. Дело в том, что как бы для репортера главное зафиксировать события, для того, чтобы вот остался документ, для того, чтобы вот, условно говоря, остался сюжет. Не снимали бы, вы бы не увидели этого сюжета, не было бы повода поиграть в морализаторство. Так что вот должно превалировать? Профессиональный толк журналистский или все-таки человеческий? Я для себя на этот вопрос давно-давно ответил. Но, тем не менее, разбираю всегда вот подобные кейсы с студентами, потому что, как ни странно мне, существует как минимум две точки зрения на эту проблему. Ну вот, еще раз вспомнил про профессию.